Прием социально активных женщин прошел в преддверии праздника и в Волжском. 100 представительниц прекрасного пола, занятых во всех сферах городской жизни, чествовали руководители мэрии и депутаты областной думы. Подробности у Екатерины Караваевой. Многодетные матери, бизнес-леди, активистки молодежных и общественных организаций, врачи и педагоги. Их роли и достижения в выбранных сферах деятельности несомненны. И при этом каждая из приглашенных на прием остается в первую очередь нежной и хрупкой женщиной. С инициативой провести подобный прием 100 лучших женщин Волжского, кстати, впервые в истории города, выступили мэр Марина Афанасьева и первый вице-спикер областной думы Виталий Лихачев. По его словам, всех участниц приема объединяет важное качество – неравнодушие к проблемам города. Неравнодушных женщин, которые имеют свое мнение, как город должен жить, развиваться, и находят свою нишу, свое место в этой общественной жизни. Поэтому, конечно же, мне, как и политику, сегодня особенно приятно здесь присутствовать, поздравлять, общаться и обсуждать дальнейшую жизнь, в том числе и политическую, нашего города. Среди таких неравнодушных женщин Валентина Шаманаева, которая уже многие годы возглавляет Волжское отделение детского фонда. Подопечная организация «Ребята из социально незащищенных семей». Помощь в лечении или сборах в школу. Консультации специалистами детей и родителей. Проведение благотворительных акций. Забот у детского фонда немало. Например, сейчас здесь готовятся к проведению своего рода переговорной площадки по проблемам приемных семей. Я так думаю, что и депутаты, и глава города, и все руководители общественных организаций, я думаю, подойдут к новому такому решению о том, как все-таки защитить, как облегчить, как сопровождать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Виталий Лихачев отметил, что только совместными усилиями региональной законодательной власти, руководства Волжского и местного актива можно эффективно работать на поддержку инициатив общественных организаций. Здесь сегодня собрались социально активные женщины города Волжского, представители различных общественных организаций, те женщины, которые находят время не только для своей семьи, для своих любимых, для детей и внуков, а те женщины, которые находят время и для общественной жизни города. По словам Виталия Лихачева, именно такие люди должны влиять на ситуацию не только в Волжском, но и во всей стране. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».